Итак, уважаемые друзья, мы опять хотим вам показать продолжение. Туда, куда мы подсадили номер 11 улик, сюда мы подсадили матку тихой смены, плодную. Сюда посадили матку молодую, не тихой смены. Сразу же были поломаны свищевые маточники. И они, как они приняли? Прошло несколько дней. Итак, друзья, сейчас посмотрим, как две матки работают внутри. Молодые две матки, будут ли они работать или нет? Вопрос. Или они уберут одну из маток? Вот. Обычно у меня работали. Ну, сейчас глянем. На втором этаже у нас, как всегда, нету расплодного гнезда. Была одна рамочка. Вот. И мы поглядим, есть ли тут матка сразу же. Потому что я сюда кинул матку просто без всяких этих самых клеточек. Без ничего. Сразу кинул, потому что я знал, что в это время семья принимает запросто матку. Потому что матка нуждалась, они были, имели свищевые маточники. Итак, посмотрим. Итак, что мы здесь видим? Напрыск по кругу, внутри засев. Засев яички, если можно будет показать и попробую. Ну, отсюда видно, что эта вот эрия пустая, и пчелы обсиживают. Вот даже видно, вот поглядеть, вот яички тут. Можешь попробовать приблизить ближе. Да, ничего не видно. Вот. Ну, я вижу, что яички хорошо засеяли. Матки на этой рамке нету. С этой стороны. С этой стороны тоже яички. И тоже вот такой пятачок засеяли. Вокруг напрыск. Ну, как говорится, сейчас покажу вам матку на втором этаже. На другой рамке. Есть она чи нету. Здесь я ее не вижу. Но вижу, что засев был хороший. Вот. Возможно, что она на этой рамочке бегает. Интересно? Не вижу я ее здесь. Она там должна быть. Вроде бы мы сюда не дымили. Поглядим опять. Раз яички есть, то матка была. Нехорошо, конечно. Но сейчас глянем еще раз. Неужели я так проглядел? Не вижу. Интересно. Куда же она сдернула? Сейчас я гляну, может, она на сеточке сбежала. Не видать. Еще раз поглядим на солнце. Внимательно смотри. Крылья поднимают. Да, то не страшно, то вентилируют. Потому что матка на первом этаже еще есть. Хорошо, снимем сейчас этот улик, посмотрим вторую рамку. Вот тут бегает какая-то тварь. Я смотрю, что может и здесь бегать. Жара сбежала куда-то. Ну ничего, сейчас мы пока снимем этот улик, корпус посмотрим на низ. Может, она на сетке бегает. Чтобы ее не струсить. Не вижу я ее и здесь. Не вижу. Чтоб проблем не было, мы струсим сюда. Потом посмотрим. Что у нас здесь? Смотрим здесь. Там засев есть. Но не знаю, возможно, что матка испарилась.
грохнули или еще что, но ее не видно. Посмотрим, что здесь творится. Это рамка с медом. Смотрим матку здесь. Не вижу. Смотрим дальше. Пчела на выходе, матки не видно. И здесь та же самая песня. Ой, подожди секундочку, яички есть, засев есть тут. Она успела уже здесь подсеять. Это матка тихой смены на первом этаже. Успела подсеять, яички есть уже. Дня три прошло, но она была плодная уже. И могла уже сеять яйца, поэтому я ее подпустил. Что здесь? Не видно ничего. Но засев есть. Хороший засев. Яички по контуру есть. Яички очень трудно показать. Червячки есть. Червячков легче показывать. Хорошо засеяло. Яички по низу идут хорошо. Замечательно. Матка тихой смены. Посмотрим, какая опечатка будет. Если будет сплошная опечатка хорошая, то это будет замечательно. Смотрим здесь. И здесь яички. Очень хороший сплошной засев. Замечательный, лучше не придумаешь. Вот. Хорошо сеет, просто высший сорт. Матка тихой смены прекрасно работает. Ну, везде насеяла яичек. Семья много пчелы. Той молодой пчелы, которая способствует развитию матки. Очень быстро матка дает, так сказать, засев, потому что кормят хорошо. Вот она маточка, посмотрите. Вот она. Вот она маточка тихой смены. Вот она, вот она. Вот она маточка тихой смены. Вот. Умничка, хорошо сеет. Кругом понасеяла. Вот. Итак, на первом этаже маточка тихой смены сохранилась, сеет прекрасно. Не знаю, куда делась на втором этаже. Возможно, они ее отправили подальше, чтобы не мешало. Потому что я туда расплода не ставил, и пчелы было мало защищающих, так сказать. Это у нас медовая с пыльцой. И эта сторона медовая с пыльцой. Мы ее попробуем поставить наверх, если обнаружим там матку, чтобы было побольше пчелы. Итак, на первом этаже у нас матку приняли 100%, никаких проблем. На втором этаже я смотрел, на второй день мы хотели показать видео, они ее приняли и начала сеять. Вот то яички мы видели, она сеять начала. Но, возможно, так как пчелы мало было, возможно, что нижний этаж пересилил и, так сказать, дали ей жару. Итак, друзья, сейчас мы это накроем. Где моя решетка? На первом этаже матка тихой смены засеяла 3 рамки с лишним. Посмотрим, что у нас на втором этаже еще раз. Посмотри, на низу ничего нету. Вон царица вроде лазит. Да? Угу. Где царица? Вон. А вот она, снимай ее. Что-то побитое, что? Не, она не побита. Вот она, видите? На втором этаже оказалась тоже маточка целая. Вот она. Она сбежала на низ. Видите, я ее как раз пускаю назад. Пускаю назад, вот видите. Оказывается, две матки сеют спокойно. Одна на первом этаже, а вторая на втором этаже, я вам показывал, засел. Вот мы ее пустили назад. Для крепости второго этажа мы добавим еще рамочку.
с первого этажа, чтобы как можно больше пчелы и больше возможностей было у этой матки работать. Маточку рамочку добавим без матки с первого этажа. Посмотрите, с медом, с пыльцой. Вот, посмотрите, видите, с медом, с пыльцой. Чтобы эта семья, ну, как-то уверенно работала. Итак, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Можно запросто делать две матки. Вы видели на лицо две матки. Я вам показал. Одну матку пускаете, когда делаете свищевые маточники, убили матку. На первый этаж одну матку, на второй этаж. Хоть покупную, хоть свои выводные. Ну, только плодную. Туда и туда плодную. И принимают запросто. Даже назад принимают старую матку, которую вы могли отставить. И когда, если у вас нету еще другой матки такой, вы старую матку можете наверх пустить, а новую матку на низ. Они обязательно примут. И вы будете иметь двухматочную семью. Таким образом можно сделать и три матки, и четыре, и пять этажей. Все принимают. Два расплода здесь оставили, два расплода здесь, два расплода на третьем этаже. Три матки пустили через разделительную решетку. Сразу одновременно пускаете. И будет все нормально. Удачи вам. А потом можете отделять или отводки делать. Что хотите, как душа желает. Уже семья готова, и вас вы можете полностью корпус отставить куда хотите. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы.